Всем хай! Сегодня мы обсудим UFC 249. Состоится ли она вообще? Как вы знаете, США запретили провести бой в Нью-Йорке из-за злосчастного вируса, да и вообще Америка в данное время занимает первое место по зараженным коронавирусом. Итак, UFC 249 должно состояться 18 апреля и главный бой Хабиб против Тони Фергюсона. Хабиб имеет 28 побед подряд без поражений, а Тони Фергюсон провел 28 боев, из них проиграл 3 боя, но не проигрывал с 2012 года и имеет серию из 12 побед, как и Хабиб. Есть версия, что Хабиб не сможет вылететь из России. Как вы знаете, Россия прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта. Есть предположение, что UFC 249 проведут в Дубае. Отец Хабиба думает, что в Дубае легче бороться с болезнями, и уверен, что в Америке боя точно не будет. Как вы знаете, коронавирус не выносит жару, да и Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Все держим кулаки и ждем бой 18 апреля. Пятый стрим боя, думаю, будет конечным. Вряд ли UFC организует шестой бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. А что думает Дана Уайт по поводу боя? Давайте послушаем. Всем привет, я президент UFC Дана Уайт. Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и на то, как он может повлиять на здоровье и безопасность бойцов UFC, персонала и фанатов по всему миру. Мы двигаемся дальше и не отменяем ни один ивент, но мы адаптируемся к этим беспрецедентным обстоятельствам. Некоторые ивенты мы перенесем из городов, где они должны пройти, в центр UFC Apex в Лас-Вегасе. И, к сожалению, возможно, эти турниры будут закрыты для посещения фанатов. Вы знаете, что я это ненавижу, но мы приняли это решение в интересах всех, кто задействован на наших ивентах, включая фанатов, атлетов, персонал и медиапартнеров. Хабиб Нурмагомедов написал у себя в Инстаграме: «Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли просто посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион». Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать. Но из последних новостей Хабиб дает заднюю, ссылаясь на запрет авиалиний в России. Дана Уайт заявляет, что проведет этот бой в любом случае, и утверждает, что работают над ситуацией Хабиба. И в скором времени этот вопрос решится. Официально UFC еще не отменил бой между Хабибом и Тони. Пока только слухи и раскрутка просмотров. А Тони Фергюсону вообще наплевать на коронавирус. Вот что он пишет. «Да к черту этот вирус, я активно готовлюсь к бою. Мне наплевать, где будет бой, я просто размажу Хабиба». Ну что, молимся, что состоится бой между Хабибом и Тони. Да и пиар никто не отменял. Может, это все для того, чтобы купили онлайн-трансляции побольше. Друзья, жмем лайки и подписываемся. Вот все свежие новости с мира UFC.